Всем привет. Пришел мне новый рюкзак на Фантом 3. Вот мой старый рюкзак. Изрядно изорвался. Такой вот китайский. Честно, не рекомендую такой рюкзак, потому что он, во-первых, быстро рвется, во-вторых, он гораздо больше по размерам, чем вот такой рюкзак. Плюс то он мягкий, то есть если он будет где-то под давлением находиться, то в багаже кто-нибудь прижмет, фантом навряд ли там в нем целый останется. Тут более плотная поверхность, вот здесь замки сзади, то есть это по идее низ. Это ножки. Эти штучки шли в комплекте, я их наклеил, чтобы меньше уголки повреждались. То есть, получается, он вот так на них становится. Вот он сам фантом. Сама пена тут, даже не пена, это пенопласт, более плотный. Для примера в этом. Тут пена мягкая очень. Плюс идет вот такая штука, ремень. Его можно затянуть, чтобы более все надежно было. Для всего есть свои отсеки, винты, кабель, две батареи. Можно третью сюда положить, четвертую в него вставить и сам пульт. Рекомендую такой рюкзак. Есть еще аналогичный, только ну, много китайских поделок. На самом деле есть оригинальные рюкзаки, вот такие фантом. Но часто я сомневаюсь, что это оригинальный, но очень похож. Я его в Китае заказывал. Магазин назывался DJI Store. Не знаю, официальный ли это магазин DJI. Или просто так назвали его. Ну вот такая штука приехала. 4500 рублей он стоил. А этот, насколько я знаю, можно 1000 за 3 купить. Ну, лучше добавить взять этот. Зря я сразу его не взял. Всем пока.